Такс, раз-два. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами Казуку Фэмили. И мы будем проходить такую интересную игрушку, как 13. Так что, в принципе, приглашайте друзей, ставьте лайки, делайте чаёчек, кофеёчек. А мы, в принципе, начнём проходить такую интересную стрелялку. Она необычная, она интересная, я ее не проходил, но оценки у нее хорошие, обзор у нее на Stop Game хороший, 8, по-моему, из 10. Вот, так что присаживайтесь поудобнее, а мы, в принципе, ну, как говорится, приступим. Погнали, ребята, погнали. Ваши канцелярские крысы с ФБР могут найти убить Шеридана, полковник Эмос. Я сомневаюсь в этом. Держите свое мнение при себе, генерал Каррингтон. Как вам известно, для ведения расследования нам нужны доказательства. Я проведу свое расследование. Слышишь, Эмос? Свое. Номер 13 скоро перестанет быть проблемой. Вот как заговоры. Джентльмены, мы готовы к началу операции. Брайтон Бич. Я закончила обход. Если еще нужна тебе там? Хорошо, тогда я возвращаюсь. Похоже, сегодня все будет спокойно, а? Ты видел, какая вода была сегодня утром? Подожди, что это? Погоди, я перезвоню тебе. Сэр, вы слышите меня? Спокойно. Похоже на пулевое ранение. Вы можете идти? Я ничего не помню. А вы сможете дойти до машины? Попробуем дойти до машины, да? Тикс. Ну. А? Верно, я помню. У него флешбеки начинаются. Ким, 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 ким. Так. Не дайте ему уйти. Угу. Стреляйте в него. Вот, мы были на каком-то корабле. Прыгай с корабля! Немедленно! А куда я прыгну? Я подберу тебя с другой стороны. Ёпарас. Да! Я не смогу. Слышите меня?
Я отвезу вас на спасательную станцию. Попробуйте идти. Ну, допустим, осторожнее. Черт. Хелен, это Дженнет. Я только что подобрала раненого человека на Брайтон-Бич. У него нет документов, и он ничего не помнит. Ему нужно как можно быстрее сделать томографию. Через час? Отлично, мы уже в пути. Как вы себя чувствуете? Все еще ничего не помните? Я нашла этот ключ в вашем кармане. Вы когда-нибудь слышали о банке Уинслоу? Держите. Кто это? Ничего хорошего. Да. Алло? Да? Ты не вовремя. Скажи Мангусту, что мы заметили цель. Я сообщу, когда все будет кончено. Вот и кончено, чувак. Так. Кто еще в плохой форме? Урод. В форме я у него плохой. Если бы. Так. Вот жалко, что тут, конечно, нету этого быстрого сохранения, но... Вертолет, блин. Так. Окей. Так. Этот вертолет нафиг улетает, да? Кто он там стреляет? Если я якобы один враг, блин. Логика, блин. А, они еще сюда идут. Кто? Умри. И не возвращайся, да? Так. Да, походу, твоя Дженнет уже нет в живых. Твоей там Дженнет. Так. Сохранимся, пожалуй. Куда ты там хотел, блин, свалить, сволочь? Ай, блядь! Блин, ну серьезно. Сука. Ну, может, ты остановишься, ублюдок? Да, блядь, перезарядка не будет. Приносил. Блин, у меня были такие надежды на этот. Чё? Я ж не придётся?
Я не это имел в виду. Ну да ладно, что там происходит? Понятно, что нам дала. Чё, бля? Мне сначала показалось, что там было что-то наподобие. Нам на джипе надо покинуть, и все так просто. Ну ладно. Я думал, какой-то глюк. Мистер Роланд, вас не было так давно. Я полагаю, вы хотите открыть свой сейф? Можно ваш ключ? Сюда, пожалуйста. Он меня, значит, знает, этот чувак, да? Да, места тут все-таки красивые. Как видите, мы обновили нашу систему безопасности. В современном мире предосторожности никогда не бывают лишними, правда? Ну, есть такое дело, мужик, есть, да. Так, подожди, а... Winslow Bank, а сохранение F5? Я в натуре. F5. Удобно. Привет, Джеймс. Мистер Роланд хочет открыть свой сейф. Здравствуйте, мистер Роланд. Он все так же, в дальнем конце комнаты. Спасибо. Позвоните. Ну, так и сделаем, а чё? Можно, типа, не звонить? Ах, ладно. Так, подожди. Нифига у них банки здоровые вообще. Чё? В смысле? Чё за... чё, блядь? Таймер. Вали нафиг. В смысле? Чё? Каринсон был прав, они заглотили нас. Здесь.
есть все доказательства. 20-й готов убивать, только чтобы заполучить эти документы. Ага. Мы обвиним их всех. От 20-го номера до номера первого. Что ты планируешь делать на этом корабле? Конфиденциально, да? Ого, я понимаю. Если это опять одна из идей этой девочки, я бы на твоем месте поостереглась. От нее одни проблемы. Давай, установи бомбу. Что делать-то? Че, серьезно, сюда? Я попал в свою собственную ловушку. Гениально. Мы еще и в ловушку попали. Ну и ну. Я не понимаю, как работает эта охранная система. О, как опустить эти ворота? Серьезно, вы меня мочить будете? Чувак, но это была необходимость. Текс. Надо аккуратно передвигаться, мало ли какая. Без паники, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Да, блин. Стул. Подожди. Извини, чувак, но так нужно было. Что такое? Не профукаться. В смысле? Не долетела эта херня, блин. Бесит. Так, подожди. Пошел в жопу, идиот. Я еще в чем-то виноват. Так, подожди. Угу. Чего? Чувак, но это была необходимость. Ого, сколько хпшек у нас мало, а? Капец. Аптека. Так, а куда валить-то? Подожди. Отлично. Так.
А, сюда. Так, подожди. Не, сюда нельзя. Этот сигнал тревоги выводит меня из себя. Если бы этот грабитель захватил заложника, мы могли бы отключить этот трезвон. Ох, боже мой! Так, подожди, а как его взять? Так, окей. А где ключи? Это ключи? Угу. Не, вы не станете делать ублюдки. Если вы, конечно, не совсем, блин, рехнутые. Ты офигел? Идиот! Вам вообще пофиг, что тут баба, да? Тебе, походу, повезло, девочка. Что мы типа выберемся, да? Еще кто-то? Это кто? Так, а это, видимо, уже не эти. Ой. По-моему, я шею свернул. Ну ладно. Хотя бы так. Так. Ты кто, блин? Олень. Какого? Да. Бляха-муха. Кто они такие? Я вообще куру не клюю. Так, подожди. О, это уже немножко меняет ход событий. Так. Пять патронов. Ну такое себе. Так. Чё? Ничего, да? Значит, походу нам сюда. Чё? Это такой выход взорвали? Ну ладно. Пока. Увидимся когда-нибудь. Так. Валим, 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 валим. Чё? По обвинению в убийстве Уильяма Шеридана. Амнезия, да? Да уж, это самая лучшая защита. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде.
Зачем тот адвокат, когда я ничего не помню? Интересно. В своих показаниях вы указали, что не чувствуете себя убийцей. Как трогательно. Но закон не опирается на чувства. Вы ведь это понимаете? Он опирается на доказательства, которых у меня в избытке. Эвери, снимки, пожалуйста. Посмотрите на эту фотографию. Видите эту дырку на затылке? Откуда был сделан выстрел, как вы думаете? Из вот этого здания, вот здесь. Видите? Как раз на прямой линии. А кто у нас здесь? Мне принести зеркало, или вы сами, наконец, признаетесь в убийстве? Агент Скотт на первой линии. Итак, где же это досье? Вы не поверите в это, полковник. Военное досье Стива Роланда пропало из Пентагона. Я не уверен, что ваш человек был убит на задании в Мексике 2 года назад. Да уж, его вдова удивится. Но прежде чем мы объявим о вашем воскрешении, капитан Роу, что, черт возьми, происходит здесь? Чё? Эй. Не шевелись. Я освобожу тебя от этих наручников. Рада видеть тебя опять, Стив. Так, подожди. Послушай, Мангуст нашел тебя. Встретимся на крыше, только умоляю тебя, не стреляй в агента ФБР. Хорошо? Ну, стрелять... Это девочка из банка. Стрелять... Ubisoft? Серьезно? Забавный прикол. Подожди. Документ. Так, достигнута контрольная точка. Хорошо. Так, подожди. ABI. Так, подожди, а загрузка как осуществляется? Че, реально никак? О, какие-то способности, серьезно, а как их типа это? А, не постепенно, да? Или чё? Или они как-то покупаются? Ладно. Дело не имею, дело. Так получится что-то сделать. Пошел в жопу, Нацум. Куда ты, блядь? Под... Сволочь. Нет, не стреляйте! А кто стреляет, мужик? Ты че такой шуганный? Я просто думал, что ты... А, для чего это? Лазить по всяким этим, что ли, штукам, дрюкам? Что здесь? Гейм-овер. Забавно, забавно. Ладно. А этот хотел драться, значит, да? Ох, так. Они штурмуют здание. В смысле? А ну-ка, мать твою, иди сюда. Ты ж не хотел стрелять, сволочь.
Так, сюда что ли? О, кирпичи. Блять, сколько их там? Это кто? Так, ты что там опять? Что за... Да, блядь. Это что, бандиты, что ли? Стоп. Нет. Блядь, это ФБРовцы. Только что... Почему... Чё за? Да уж. Серьёзно, один патрон? Если только так. Я кирпич профукал. Блин, печально. Ну, тогда придется кулаками, чё. Почти. Продвигаться. Кулаками. Ах ты. Так, стоп, по-моему, это враг. Интересно. Тут еще и враги, блин, появились. Непонятные. Какие. А, ну-ка, подожди. Хоп. Хоп. Дюхнюки, мать, форева. Так. Угу. Аптек больше нету, да? Печаль, что аптек больше нету. Угу. Ладно. Так получается. Что я не знаю, как получается, да? Эй, встань. Подожди, а почему? А, понятно. Это назад. Алам! Да, блядь, куда ж ты? Вот честно. Не смей. Чё, блядь? Ох, это больно будет кому-то стеклом. Где вы держите подозреваемого? Ты, блядь, сука! За мной какие-то бандиты орудуют, блин. Сволочь, дам я им просраться, блин. Чё? Ничего, да? Так, хорошо, хотя бы... Чё, блин? Вот как. Да, блин, открой. О, аптечка.
Зашибись. Может, ты возьмешь еще осколок, не? Подожди. Поиграем в Postal. Postal не удался. Зато тупики, что ли, будут? Осторожно! Этот пол весь прогнил! Алам! Алам! Пока. Так, а я обойду с той стороны или нет? О! Так тут просто приколюха получается. Тут даже... Понятно. Исследование иногда вознаграждается, да? Неожиданным способом. Блин, где он там? Тут... Я думаю, какой еще засранец тут стреляет, блин, по мне? ТХ? Ага. Так. Нифига тут проходов, блин. Куда этот проход ведет? К тем засранцам и все. Я тут ради патронов только хочу. И ради брони. И то хорошо. Броня это хорошо. В принципе. Да. Аларм! Что-то тебе это вообще не помогло, чувак. Ты ж у него не хочешь дробаш забрать, правильно? А, так. Вроде не хочет. А,
Во как. За майором Джонс. А, это баба и есть, этот майор или кто она там. Нифига себе, она майор. Ну, будем знать, что она майор. Так, секунду. Майор Джонс, первый помощник генерала Каррингтона. Тебе это ничего не говорит? Каррингтон пропал 3 дня назад. Он вел параллельное расследование покушения на президента Шеридана. Он единственный, кто может вытащить тебя из этого дерьма. Мы не можем оставаться здесь. Пошли через стену. Это как? Сюда! Пойду первый. Нифига себе, крутая. Бабом. Подожди. Ну как это, ну... А, вот. Раскачаться. Так. В смысле? А как ее отпустить? А, подожди. Серьезно? Что ты такой живучий? Сволочь. Чё? Нифига себе. Спускайся с другой стороны. Я прикрою тебя. Прикроет она, блин. Подожди, а? Подожди, а как? А, вот. Алам! Алам! Аларм, аларм, блять. А, вот. Увидел сволочи. Не успел я отреагировать, как они тут уже, блин, появились, как тут. Чё, блядь? Ну давай, на. Всё. Отлежался. Где? Ну и где ты, блядь? Орёшь. Да, блядь, чё хули ты такой живучий? С такого, блядь, выстрела.
Уинслоу сегодня днем ФБР арестовала человека, который предположительно связан с убийством президента Шеридана. Следствие пока воздерживается от комментариев. Все внимание сейчас обращено на сенатора Уолтера Шеридана, брата последнего президента и соперника нынешнего президента, республиканца Джозефа Галбрайна на следующих президентских выборах. Мы будем сообщать подробности по мере их поступления. Бриджит Кортекс, РФНЗИС. А теперь вернемся к нашему хит-параду. Следующая идет песня «Подмосковные вечера». Надеюсь. Так. Разбегись. Смысл? Чё, блин? На ты живучий черт. Согласен. О. В смысле, где? Сука, где он? Где второй? Ну, вроде нормально. Все? Нифига себе, ты там куда прыгаешь-то? Мадам. Серьезно? А ты уверена, что я допрыгну до туда? Я понимаю. Так, подожди. Да. Нифига себе, она там бойкая. Подружанька. Такие. Впервые это мутить. Пять штук. Это что такое? И одна... А, две маленькие, одна большая. Нифига себе, ты храбрая подруга, подожди. Серьезно?
А как загрузиться, вопрос? В смысле? А как загружаться? Как-то странно. Не понял. Какого? Ты что, ты серьезно хочешь сказать аж отсюда? Что за тупость? Реально тупость. Да, это тупо. Чё? О май факин гад. Там не сзади, блин. Ёбаный в рот. Блин, я в курсе, что сюда, блин. Как ты, блин, разбегаешься? Нет времени наслаждаться видом, пошли. Я в курсе. Как ты, блин, разбегаешься? Вопрос. Баба. Блин, ты издеваешься. Офигеть, серьезно? Вот то есть сейчас по скрипту, если у меня не получится, да, то есть это будет трофл, да? Такой жесткий рофл, да? Жесть. Фух, то есть если будет рофл, то будет рофл, да? Да нет. Черт, я знала, что не должна была отпускать тебя на этот корабль одного. Так. Джонс, ты слышишь меня? У меня есть информация. Понятно. Что там у тебя? Каррингтон был арестован генералом Стэнвиллом. Его содержат в Изумруде, в военной базе в Апалачских горах. Я пока не знаю, зачем Стэнвиллу нужно, чтобы Каррингтон был подальше от Пентагона. Я говорю тебе, а не там! РПГ. Замечательно просто. Так, подожди, снайперка нужна, точно. Пошел в жопу. Чуть РПГшник не попал. Ах ты сука. Все? Серьезно?
это, блядь? Дали. Охренеть, один черт ее просто... Что за фигня? Вот реально. Джонс, ты слышишь меня? Так, подожди, как это пропустить? Понятно. Что там у тебя? Никак. Каррингтон был арестован генералом Стэнвиллом. Его содержат в Изумруде, в военной базе в Апалашских горах. Я пока не знаю, зачем Стэнвиллу нужно, чтобы Каррингтон был подальше от Пинта... Я говорю тебе, а не там! Блин, так все идеально шло. Да, блядь! Черт тебя в прошлый раз чуть не поймел, да? Подруга, блин. Фу. Так, подожди. Аптека, что ли? Броня. Это сигнал от вертолета был? Этот Беребий. На этой птичке далеко не улететь. Ладно, вперед. Базы изумрут прямо по курсу. И часто ты захватываешь боевые вертолеты? Да, ты, похоже, действительно потерял память. Проникните на базу. Ух ты ж я. А я прям хайфлайф. Да. Оглушитель. Кто-то кого-то убил. И походу ни за что, да? Так, 16... Пять патронов только к этому, ну ладно. Сука, сдохни.
все. Ты ничего не видел, уёбок. Так. Ты чё, сука, творишь? Блять, патроны, сука, сдохни, мразь. Спаси Карингтона и выбирайся оттуда. Я буду ждать вашего возвращения. Это мне не нравится. Я же говорил тебе, чтобы ты не пускал Мацугала за руль. Смотри, штаны не уложи. Бастем. Вот, блядь. Да. Что-то не поимели нас просто. Патроны были здесь. Меня здесь умирать. Черт, черт, черт! Блять, в смысле прям... Ты чё, сука? Я, блядь, чё, промахнулся, блядь? Так. Ебануться. Понятно, восстановить подачу энергии, чтобы все это дерьмо заработало. Все как обычно, по стандартным. Чё? Блять. Слушай, я этих ублюдков не заметил. Отлично. Ты сука, блядь! Может, ты сдохнешь? Офигеть, блин. Я просто в шоке. Thank you.
Еба... Да блять! И чё мне валить его нахер? Блять, не вовремя. Перезарядка нахер. Герои-любовники, блин. Откуда? Это типа попал или это типа не попал? Ёпара СТ. Ладно, буду считать, что типа попал. Там... Блять. Какой ёбок поливает, блять? Да сука, они уже здесь. Уёбки. Ты, сука, сдохни, мразь. Ты тоже, блядь, сдохни. Откуда, блядь, столько вас, блядь? Откуда вы там берётесь, нахер? Скриптами, блядь, что ли? Тут реально, блядь, не смешно. Пипец просто. Блядь, сдохни! Ты тоже, придурок. Армия дегенератов. Что это такое? Дробовик? Интересное сочетание. Подожди, а что дальше делать? Чего? Серьезно? Подожди. Не понял. Стоп. Подожди. Mm.
В смысле, что за херня? Ящик же вижу. Логика, не логики. Ну. Серьезно? Ты что было? Кто стрелял? Твою мать! Стрелочники хуевы! Ты думаешь, я тоже не могу, осел? Сволочи, блин. Да. Что вы делаете? Вы с ума сошли? Серьезно? Но зашибись, еще и стелс. Да. Открывайте ящики и начинайте сортировать оружие. Мы должны загрузить грузовик за 1 час. Шевелитесь. Ну, зашибись. Здоровая база, однако. Красоты. Ты серьезно? Зашибись. Да. Еще и по заново все зашибись, да? Открывайте ящики и начинайте сортировать оружие. Мы должны загрузить грузовик за 1 час. Шевелитесь. Четыре генератора. Да блять, какого хера ты? Блять, может ты сдохнешь, сука? Блять, олень ебаный, сдохни. Ебать.
Во, по-моему, ножички, да? Ножички — это хорошо. Так, а подожди, ножички на какую кнопку? Подожди, оружие. Метательный нож 1, арбалет 5. Ага, арбалет значит 5. Сука, сдохни, мразь! Чё, блядь? Да, блядь! Блядь, я не успел! Я, блядь, не успел из-за этого урода, блядь! Спасибо, сука, чтоб ты сдох. Пиздец, блядь, все заново, ёбаный в рот. Помнуться, блядь. Мне похуй на вас, суки! Проще вас так разъебать, блядь. Да какого хуя? Стекло. Блять, ты серьезно? Так, главное в голову этим уёбкам попадать. Нахуй пошел. Это хорошо. Так. Пока что я никого не вижу совсем. Серьезно? Mm-hmm.
какого хуя ей эта перезарядка? Кто-то там, блядь, топает. Угу. Походу ближе подобраться как-то к этим дебилам. Так. Да какого хуя? Блять, ты издеваешься, игра? Серьезно? Отлично. Еще кто-то топает. Хотя бы так. Ебать их тут. Так. Так, ножики — это хорошо. Чуть-чуть еще бы и хана было бы. Гребаный стелс. Наверное, все-таки тот, который... Где вторая машина? Она нашла за нами. Мне посмотреть? Не надо. Пусть они сами разбираются со своими проблемами. Ясно.
А, и здесь был, походу, последний генератор. Судя по всему, да? Приколюхи. А приколюхи — это всегда хорошо. Вопрос в другом. Какую лестницу мы можем, на какую лестницу теперь забраться? Вот в чем вопрос. Пока тут найдешь, что надо. Просто охренеешь. Ха. Даже эти, похоже, склады. Что это такое? Генератор. Подожди, а нам не генератор нужен, а где тогда этот? Ничего, совсем печаль. А, вот эту кошку. Ё-парасоте. Фух. Тюх, куда ты... Да куда ты ломишься, алё? Ну, хотя бы так. И то хорошо. Хотя бы так. Отлично. Генерала Карингтона какого-то. Нифига тут эти головоломки.
Гарантии сделаны. А что насчет Карингтона? Держите его под замком. Я хочу знать имена всех агентов, с которыми он работал по делу Шеридана. Если он отказывается говорить, лишите его сигар. Это сделает его разговорчивее. Ну, хоть контрольная точка есть, и то хорошо. Так. Блять, как вы заебали, суки, блять, пуленепробиваемые, блять. Да сдохни, мразь. Это что такое? Да сдохни, сука, сколько... Все, сука, ты меня взбесил, блядь. Уёбок. Надо было сразу, блин, этими УЗИшками их мочить. Аптечка в неожиданном месте, да? Да. Нежданчик. Целых прям три брони, походу, да? А дальше чё? Сука, блядь. Лифт. Офигеть, они живучие. Я вообще, блин, в шоке. Походу этих придурков давали другими способами. Сколько у меня ножей? 18. Да, не думаю, что когда мы в лифте окажемся, будет
покруче обстановка. Походу хрен там. Хотя бы так. От слова хотя бы. Чё? Типа это единственный, что ли, вход? Тогда понятно. Ну да, скорее всего, стекло не пробьется, и скорее всего, это надо нам по заданию сделать. Ладно, окей. Если все почти заскриптовано, то да. Придется делать так. Какие тут забавные бывают истории. Чего? И какого хрена? Я, конечно, все ожидал, но как бы. Блять, как бы не такого. Блять, ты серьезно? Блять. Ёбаный в рот. Я просто нахуй попал, блядь, в историю. Да сдохни, сука! Ну все, мразь, тебе пиздец. Я сейчас поднимусь, и тебе реально, блядь, пиздец. Ты, блядь, мразь тупая, блядь! Да, потные моменты тут бывают. Чё? Подожди, где-то я видел аптечку. А, вот она.
чего? Вопрос, а нафига мы сюда пошли? А был сюда вообще вариант идти? Или нет? Ебать, серьезно? Я чуть не сдох нахер. Ебанёсся. Окей. Сколько там аптечек? Одна, походу, осталась, да? По-моему, аптечек у меня уже нихера нет. Все-таки надо. Я требую, чтобы меня немедленно освободили. Сэмвелл! Эй, ты слышишь меня, друг? Флэшбэк? Тебе больше нечего доказывать в спецу, сынок. Допросить этого человека. Серия так и приходит. С
всякие ходы-выходы непонятные, к чему как. Да, мало патронов, конечно. Ты-ты-ры-ты. Чё? Я сплю? О, мой, не могу поверить своим глазам. Мой лучший человек жив. Торопимся, они скоро вернутся. Окей, окей. Чё? Вот ваш передатчик. Джонс, не слышишь меня? Что? Что ты имеешь в виду, амнезия? А, мои себя. Ну что за придурок? Давай разберемся с ним. Готов? Готов, сынок. Эй, мальчик на побегушках, иди сюда, мне нужно отлить. Я убью его! Отлично. Прикрой меня. Блять! Да... Безумие, блин. Нифига, тут практически ничего нет. Чего? Это ж первая комната. Это как раз та комната, которой мы не смогли. Чего? Так, подожди. Эти, по-моему, только остались, да?
справочки. О, аптечка. А, нет, еще вот. Что? Еще, а тут? Тут такой топ-секрет какой-то. Что, в другую сторону свалил? Гениально. Сюда! Чё? На базе есть горнолыжный подъемник. Да-да, подожди, я тут проверял кое-что. Вот. Ну, наконец. Вообще будет работать? Да, когда ты найдешь этот чертов предохранитель. Эти идиоты еще так и не починили эту станцию. Ну понятно, генерал должен остаться в живых. Теперь. Давай, сынок, нам нужно найти этот предохранитель. Понял, я понял, что ты возникаешь-то. Подожди. Избавься от этих клоунов, я скоро буду, Джон. Стоп. Station, что ли? Угу. Так, подожди, ну остановишься ты, нет? Блин, чертяга. А, их там двое, что ли? Ключ от склада, блин. Да блять! Да сдохни ты, сука! Питер, блядь, 5 хелов, блядь, оставил. Уебан.
у них тут база, блять. Иди сюда, сука, блядь. Чё, блядь? Пошёл ты нахуй, граната он, блядь. Гранатчики. Подожди. Блять, остановись, уёбок. Отлично. Чё? Ага, вот и пропуск. Пропуск в Золотые горы, да? Как говорится. Чего? Все чисто. Джонс ждет нас внизу. Давай убираться отсюда. Чего, блядь? Прикрой меня. Вот они что ли, суки. Идут сюда, блядь. Где он, блядь? Серьезно? Ебать! Один просто взял этого долбоеба, блядь, и нахуй убил. Блядь, пиздец, я просто хуею с этой логики, блядь, игры. Я в ахуе просто, блядь. Просто в ахуе. Избавься от этих клоунов, я скоро буду, Джон. Блять, ты заебал. Сдохни, сука. Пипец, блять, просто. Логика, блин. Раз, блин. Чё, блядь, вертолетная площадка или чё это? Я так понимаю, что подвох тут тоже будет, да? Чего? А, это сюда, походу, потом возвращаться, что ли? Ладно.
Пока не будем никаких преждевременных этих делать, как его, замечаний. Чё? Подожди, это куда? А-а-а. Пофиг. Куда, чё, как? Почему? О, два пистолета, серьезно? Вот это уже круто. Нас внизу. Давай убираться отсюда. Ты не слышал это? Прикрой меня. Сука. Да, блять. Предохранители запускают этот металлолом. Нужно убираться отсюда, к черту. Я в курсе. Как будто, блядь, олень какой-то. Ну. Чего? Куда, сынок? У меня есть подарок. Осторожно, сзади. Они не позволят нам просто так уйти. Твоя амнезия все испортила, сынок. Черт! Мы были так близки к цели. В ту ночь, когда ты исчез, ты должен был идентифицировать номер один. Но, по-видимому, это тебе сейчас ни о чем не говорит. Послушай, всего их 20, сынок. 20 заговорщиков, прячущихся за номерами. Стив Роланд был одним из них. Пресловутый номер 13. Он убил президента. Но сообщники предали его и наняли мангуста, чтобы он его ликвидировал. И сегодня он действительно мертв. А кто тогда я? Так, сопроводите Каррингтона к вертолету Джонс. Они вернулись. Ложись! Эта кабина сейчас рухнет. Моя спина! Я пойду первым, чтобы отвлечься. Прикрой меня. Давай. Нужно найти место, где бы можно было зацепиться. Да что за нахуй?
Прикольно, блядь. Последним... Спасибо, нахуй. Блядь. Они вернулись. Ложись. Шикарно. Эта кабина сейчас рухнет. Моя спина. Я пойду первым, чтобы отвлечь. Прикрой меня. Нужно найти место, где бы можно было зацепиться кошкой. Кошкой? Блядь. И что это дало? Я в курсе. Блять, сдохнет. Так, подожди. Все. Пососали. Укрытие. Че? Что ты там в пещере-то делал? Хорошо. Берег чист? Да, вперед. Вертолет вон за тем холмом. У нас получится. Чувак, я понимаю. Алам! Справа. Банда. Да, блядь. Еще РПГ прямо. Блять. Вперед. Тебе легко говорить, дед. Ты там сигару покуриваешь и командуешь налево-направо. Чё? Осторожно, сзади. Вертолет не заводится. Мне нужна ваша помощь, генерал. Следуйте за мной. Ну, понятное дело. Чё? Прикрой нас. Я взгляну на двигатель. Нам нужно посадить его. Это все было очень забавно, генерал. Но, по-моему, пришло время сказать мне, кто я такой. Генерал! Ответьте, генерал! Мангусты, его люди идут за мной, они знают все! Я слышу тебя, Ким. Оставайся внутри, мы выдернем тебя оттуда. Мне конец, генерал! Вы слышите меня?
И в какое дерьмо она собирается вовлечь нас на этот раз? Хорошо, лети на 270 градусов. Озеро Килуони в нескольких километрах отсюда. Кто это? Агент, работающий с нами над этим делом. Ложная тревога! Это была не та хижина! Мы не можем найти цель! Продолжайте поиски! Мангус скоро прибудет! Найдите хижину. Ага, домик. Так. Мы спрячем вертолет. Сообщи нам, как только увидишь хижину. Понятно, еще хижину искать, да? Веселуха. Я не понимаю. Судя по карте, эта хижина должна быть прямо под моими ногами. Ну тогда дайте на пахнет, кота. Целуй мою задницу! И тебе лево, а я пойду направо! Тикс. Ага, там два чувака каких-то. Забыл покормить собак сегодня утром. Я ж надеюсь, собак тут не будет. Да какого? Это, конечно, не ганслингер, но... Так, по-моему, нам сюда, да? Наверное, да. Опа-на. А тут у нас приколюхи. Есть даже. Дай передохну. Вот дерьмо. А ты можешь сделать лучше? Этот ходок теперь не так уж крут, да? Ходок. Алам! Да сдохните, блядь. Thank you.
И что, нам сюда, что ли? Опа-на. Это кто? Мы высадили тебя чуть дальше, чем планировали. Но не волнуйся, просто найди водопад. Эта хижина находится на другой стороне реки. Я понимаю, а... Хижина на другой стороне реки, это где? Ничего не пойму. Натуре. Да. А, вот. Ёпа, раз это я так понимаю, что сейчас будет то, что я думаю, да? Блин. Да ебическая сила. Их срать она носила. Так. Это просто водопад. Укался один. С меня хватит! Пошли назад! Заткнись и дай мне твой компас! Я потерял его! Что? Добро пожаловать в Канзас, Дороти. Да блять. Канзас, блять. Чё, блядь? Крысы. Канзас, блядь. Чё сказали какой-нибудь? Хуяс. А так, ну... Чё, блядь, собаки? Блять, собак еще тут не хватало, да? Вы серьезно? Вот соб... Чё, блять? Нахер пошел. Стрелочник, блин. Так, нам сюда. Я уже запутался в этих проходах, если честно. О, отлично. Тогда уж лучше так. Чего? И все? Ким через заднюю дверь хижины. Мы посадим вертолет неподалеку. Ясненько. Вертолет они посадят.
Бывает что. Так. Ну что, я думаю, дорогие друзья, наверное, на этом мы эту часть 13 закончим. Спасибо, что смотрели. Ну а с вами был Казуку Фэмили, наверное, вот. Так что спасибо, что смотрели. Игра меня, в принципе, очень удивила в хорошем плане. Сюжет вроде интересный, она тоже недолгая. Вот. Ну, я думаю, до новых встреч. Спасибо, что смотрели. Всем, наверное, до скорых встреч. Всем всего хорошего и всем пока-пока.